что будешь покупать? Там. Ну, скорее. Давай, то есть с вас 50 рублей. Карточка у вас есть на скидку? А карточка на скидку есть у вас? Ну, карточка, я вам давала карточку. Давай. Держите. Алексей – покупатель супермаркета. Он уже побывал в театре, запустил рисованных рыбок в аквариум, но сегодня его симпатии остались на стороне магазина. А кем всего лучше в мире быть? Продавцом. Почему? Я просто так захотел. Этим утром все необычно. Мамы и папы, которые всегда торопятся, остались с детьми. Вместе они проведут половину выходного дня. В настольные игры, пожалуйста, можно пройти в бегалки, проиграть в домино. Здесь можно в парикмахерскую нарядиться. Замечательно, вышли погулять. Вот, теперь дети в восторге, мы тоже. Сейчас будем крепко спать. За несколько дней до праздника педагоги пригласили родителей дошкольников Южного микрорайона провести свой выходной на территории сада. А дома чем дети развлекаются? Компьютер, телевизор, мама на кухне, папа занят какими-то делами, дети предоставлены сами себе. Сегодня суббота, и вот такое утро нам удалось сделать им интересным день. Искитимцы присоединились к этой акции впервые. Цели и задачи у нее одни, чтобы родители поиграли со своими детьми. Как? И детям понравилось, и взрослым было интересно, и эксперименты, и бусинки, и переодеваться, и много было конкурсов очень интересных, и спортивных, и танцевальных. То есть мы в восторге. А напоследок дети и взрослые как следует порезвились в совместном танце. По реакции участников стало ясно, что будущей весной акцию проведут снова.